Ну вот, записываю сравнение поляков на 2-2-5 на Диген и Малахит. Уравнял примерно, да, телескопы. Вот, ну, чуть-чуть подлиннее у Дигена сейчас, чуть-чуть. Диген приходится вот так вот держать, касаясь пальцем разъема наушников, потому что, убирая его, какой-то вот такой гул идет непонятный. Ну вот сейчас громкость я выкрутил на максимум. Это Диген. В режиме DX, в режиме узкой полосы. Сейчас. Ну, вроде понятно, да? Теперь Малахит. Мне кажется, разница очевидна. Здесь как бы спорить бессмысленно. Поляков слышно гораздо увереннее на Малахит. Вот. Ну, вот такой вот эксперимент.